нас «Динамовки» вышли вперед. 2-1. Классная подача Натальи Гончаровой. Возвращаясь к вчерашним полуфиналам, хочется очень их вспомнить и рассказать. Особенно матч «Динамо», двух «Динамо» Москвы и Казани. Так вот, что сделали москвички? Переключили, а сыграла вчера блестящая бразильянка и в приеме, и на блоке, и в атаке. Ну, а дальше уже добавила Гончарова, и это позволило обыграть, с которой начинала. И вот только после Нового года стала выступать в Калининграде. Какое чуть было спасение не состоялось. Ирина Воронкова вот остал. Да, вот кат Щербань. Быстрая передача Гончаровой. Та укладывает в линию. Пока все очень удобно. Вот две ошибки в атаке. Два аута у «Динамо». И больше-то ничего выиграть не получается. Потому что не дают. Очень четко все москвич. Ну, неплохо, но вполне можно организовать атаку с такой подачей. Что и делает «Динамо». Как же быстро подача-то к «Динамовкам». Гончарова. Тоже длинная диагональ. Крутить от блока вау, что прекрасно умеет делать Татьяна Ижак. Гончарова. Проходит ее атака. 6-6. Вот почему так? Кстати, в прошлой партии больше всех очков у Ениной в составе «Динамо». Далеко от блока вау улетает. Быстро на Гончарову. Она использует поднимающиеся, только показывающиеся движения с точки зрения медицинского штаба. Пока Гончарова сравнивает счет атакой блок-аут. Бибина принимает с трудом силовую подачу Воронковой. В атаке Гончарова попадает. Ну и ответ «Локомотива» тоже из четвертой зоны. На месте в защите Перейра. Гончарова атакует и забивает. Наталья, браво. 9-8. Hi guys, I am Breno. Thank you so much for watching this video. And if you want to see more, don't forget to subscribe to my channel. And also, feel free to check out my other videos and support me on my social medias. A huge hug and see you soon, guys!